Шейла, я уже на месте, сейчас двину. Ясно, аккуратней там. Ребятки непростые, иначе бы мы их уже давно засадили. Кто-то ставит мне палки в колеса, значит, где-то у них есть крутые друзья, значит... У них и техника на грани фантастики. И это прекрасно. На рожон не лезь. Сейчас пришлю тебе всю инфу, чтобы ты знал, на что подписался. Спасибо, детектив. Наконец-то начали ловить этих хакеров. Только и трындят, будто заботятся о городе. А я о чем говорил? Но нет, блин, все делали вид, будто все хорошо. А город-то в полной это задницы. Террористы. Кто еще вырубит свет и воду для твоего же блага? Скорее бы их поймали. Эй, я что-то слышал. Пикает? О! Завод! Я могу его снять!
Все готово. Хватку не теряешь, незнакомец. Оплата ушла. В общем, если ты в деле, работы полно. Я тебе сообщу. Вчера грабить пытались. Слышишь меня? Да. Что стряслось? Кто-то собирается заткнуть свидетеля, который знает нечто важное о клубе. Мне нужны его показания. А программа защиты свидетелей? Он вроде как в ней состоит, но похоже, что охранники решили забить. Да. Ладно, гони подробности. Thank you.
свидетель в норме. Спасибо. Надеюсь, не передумает давать показания. Я бы не удивился. Подкину ему на стол пару пластиковых фламинго. Обычно помогает. Дон Корлеоне одобряет. Если еще такая работа подвернется, я готов. Что ты ко мне жмешься, урод? Хорошо. Да. У него что, пушка? За черт. Может, хватит? Да и хрен с ним. Просто кошмар. Да ладно. Просто кошмар. Может, хватит? Что за черт? Слышала, Чикаго Саус Клаб собирается на разборки. Можешь как-то помочь? Я-то могу, только сомневаюсь, что эти сосунки что-то могут без Лаки. Откуда паника? Найл Куин. Говорят, фрукт почище отца. Когда он стал у руля, в городе прибавилось трупов. ТП. В смысле? ТП. Тюремная практика. Выбери самого здоровенного ублюдка и порви его в клочья. Покажи, что сил у тебя хватает. Хочешь, чтобы я заставил его облажаться? Сделаю. Ты справишься.
Ты что там удумал? Ты трус! Слышишь меня? Расхрабрился и отправил угрозу прямо нам. Угрозу? Бывает, что террористы делятся планами. Да ладно. Не веришь? Места скопления людей, максимальная вместимость этих мест и список всевозможных взрывчатых веществ. И телеги о свободе? Нет, без этого. Пропаганды и так полно у них на сайте. Я наблюдала, как они ведут себя в Чикаго. Понял. Короче... Займусь ими, а дальше посмотрим. Thank you.
Часы патруля засветились на месте преступления. Так что можем обыскивать их дома и машины. Может, найдем что? Будут зацепки, звони. Уж больно быстро эти ребята революционерами заделались. Они же одно время даже на Блюм работали, во как. Они замешаны в торговле на черном рынке не меньше других. Точно говорю, все угрозы и пропаганда для отвода глаз. Ха, кучка фанатиков. Ага, как же. Да я и сам действую так же. Нет, правда.